крупный пожар на железнодорожной станции. Горят вагоны и топливо. Возгорание произошло из-за столкновения двух поездов. На место ЧП оперативно прибыли спасательные службы. К счастью, никто не пострадал, ведь это сценарий проводимых в области учений. Пожар ликвидировали, статистов спасли. Цели данных учений – провести проверку и организацию взаимодействия различных структур, соответственно, которые задействуются на такого масштаба чрезвычайной ситуации. Именно здесь очень важно взаимодействовать в первые минуты, первые часы организованно и быстро обеспечить запас людей, которые находятся здесь. Все службы работают сообща. Сотрудники правоохранительных органов оцепляют периметр и оповещают граждан. Пожарно-спасательные подразделения занимаются тушением и ликвидацией крупных возгораний. Медики помогают раненым и пострадавшим. Подобные учения проводят для проверки готовности региона к непредвиденным ситуациям различного характера. Ранее проведение учений обсудили в правительстве. Наша задача одна – совместно посмотреть, оказать всю необходимую помощь, убедиться, что при возникновении чрезвычайных ситуаций, различных происшествий, область должна успешно их ликвидировать. Поэтому здесь находится большое количество должностных лиц, которые имеют определенный опыт работы в рамках как окружного формата, так и его, за его пределами. Поэтому мы рассчитываем на конструктивную совместную работу с муниципальным образованием, с областным правительством. Вопросы безопасности населения в Ульяновской области имеют первостепенное значение. Глава региона Алексей Русских подчеркнул, что успешное выполнение задач невозможно без отработанной системы оповещения и своевременного информирования жителей региона. Особое внимание правительству Ульяновской области уделяет состоянию органов управления гражданской обороны, готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Ульяновская область стала первым субъектом в этом году, где проводится межведомственное учение. Следующим регионом на очереди станет Пермский край. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.